Эй, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами, короче, Оньку проходить. Нашу хорошую и прикольную, да? На нахер. Так, ну-ка возьми быстренько. Вы, да блин, да, сука, ты, ёб твою мать. Да возьми ты пушку. Возьми просто пушку, возьми, блядь, ее. Кью, да, блядь, не так. Да, сука. Просто возьми пушку. Давай, да ёб твою мать. Что ж ты за кривая такая скотина? Кто рожь в семье? Короче, понятно все. Очень все понятно. Очень все даже зашибись понятно как. Угу. Ну давай. Что-то жизни он мне прям сносит, я не знаю. Что, идешь там, нет? Да ну. А ты стрелять будешь с этой пушки сраной или нет вообще? Чё за прикол? Ой, это я что-то не нажал. Да, 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 здесь мне говорили, что здесь боевка охерительная, конечно, но я не знаю, как-то не очень-то я сказал бы, она и охерительная. Да возьми ты, ну возьми! Я нажимаю, а ей похуй. Что ты делаешь? Ты заряжаешься или что ты делаешь? У меня ракет нет больше. Ладно, отходим подальше. О, завалил! А? Ты сильна, но это не конец. Да? Мы еще встретимся. Да, давай, конечно, давай. Она с ними. Кто с ними? Агент, о котором вы меня предупреждали. Я не смог ее схватить. Где она? Она в пути. Она в пути. Пушка нахер. Пушка нахер. Пушку нахер! Выкиньте эту пушку! На сканере много сигналов. Данные из исследовательской лаборатории показывают, понятно, что отряды синдиката повсюду в здании. Думаю, они ищут результаты исследований, но утверждать этого не могу. Я тут, короче, немного с этим... Ты будешь сегодня выкидывать ее или нет? Может, ты выкинешь ее нахер? Где моя-то пушка делась, которую я выкинул? Где она, блин? Может, ты выкинешь ее, пожалуйста? Она не выкидывает. Класс. Ну сейчас попробую добраться вон туда. А к там патроны. Мне нужна пушка, короче. Я тут немного с соплюхами, короче, болею. Не знаю, что, но нормально, как всегда. У меня где-то ветерок на меня дуйнул чуть-чуть, и все, я пипец, все, хана. Может, ты выкинешь ее? В смысле на Е? Серьезно? На Е выкидывать оружие? Кстати, мне пистолет мой украли. Я там его выкидывал после заставки, и он исчез. Спасибо, похиляемся. Так, где-то я здесь видел пушку другую. Давай возьму хотя бы эту, я не знаю, может пригодится, может не пригодится. Мне где-то в ту сторону. Ага. Здрасте, а вы откуда? Хорош. Не, боевка здесь не очень, сказал бы я. Ха-ха. Живой? А, смотри, оружка. Оп. Вот это что-то показывает. Зеленое. Что это такое зеленое? Зеленое, красное, желтое, понятно. Это точка мне. Откуда он взялся, этот чувак? А, зеленое, что такое? Вот это показывает синее. Что-то типа патроны, я так понимаю, да? Ну, хизы. А он что-то было здесь красное, стало зеленое. Я не понимаю, что оно мне показывает. Есть кто? Еще. Вау, сальтуха. Не, ничего нет. Короче, ладно. Опа-на, респаун. Спасибо. И-ха! Ну, вот это ваша классная боевка, да, когда я лечу уже с ногой на него, а он меня перебивает левым каким-то гребаным хуком.
Объясните мне, какая здесь хорошая боевка сейчас, прям вот, прям расскажите. Я прям весь в внимании. А я набегу, просто лечу уже, у него, моя пятка у него в носу, короче, но он перебивает меня, короче, какой-то херней, просто тупо перебивает, и все, и пипец. Это как сказать, нормально это вообще или нет? То есть у него есть преимущество надо мной. Ты живой? Нет, не живой. У него есть немножко преимущество надо мной, это понятно. Ты чё? Открывай все. О, красава! Получены новые указания. Да я и так знаю, какие указания. Бежишь прямо, просто все открываешь, все нажимаешь и все. И всех бьешь. Вот эти все указания здесь. Ты что там охереваешь? Пулеметчик. Ну-ка и сюда. Сволочуга. Вставай. Падаль. Хоба! Ой! Патроны к пистолету, зашибись, но у меня его нет. Да я понял, что указание, отвали. Так, идем сюда. Ученый, тебя с тобой можно поговорить? Вот, возьми этот гипа. О, спасибо. Вот это молодцы, красавцы. Вот если бы постоянно мне его дал. Бля, там ученого ебенят. Сучонок, ты вообще чуди... Ах, ты сволочь! Я тебя знаю, я тебя запомнил, ты тварь. Ты еще та тварь. А, вон, смотри, зеленые патроны, а синие что такое? Ты живой там? Кто там? Живая? Готов проиграть? Не, она не хочет со мной говорить. Я тебя спас, дай что-нибудь. Слышь? Я же тебя спас. Ну ладно, жаденька. Теперь понятно патроны, как работают. Вот это зеленые у меня патроны, получается. Стоп, а разве эта сторона была открыта? Так, вижу ученого, но не вижу противников. Извини меня. А? Вот, возьми это, гипо. Спасибо, а ты откуда? Я получил. Еще блок надо научиться ставить. Сволочь! Не брать! Оружие. Сюда. Хочешь узнать, как дерутся девчонки? Так, дала гипа. А ты дашь? Не? Этот нет. Короче, один из них жлоб, я понял. Один нормальный, один жлоб. Я же спас вас обоих, можно сказать. Так, ну мне получается тогда в ту сторону. Больше ничего. Плохо, что здесь не, нету бэкграунд какой-то музыки. Просто тупо звуки и все. Как-то оно немножко вымораживает. Нифига вас там. Эй! Ху-ху! А где еще один? Там вроде еще один был. Надо попробовать правую кнопку, что правая кнопка означает. Так, сейчас кто-то должен... Здорово. Почему вы не захватили эти боеприпасы? Давай, какие? А какие ты мне дал? Так, ты ничего, да? А ты? И ты тоже, да? Вот, короче, блин. Один нормальный всего с трех. Ты со мной, да? Вот, возьми это силовое поле. В смысле силовое поле? Вау! Круто! Он мне дал, короче, броньку дал. Офигеть! Тут даже такое есть. Блять. Сука, заебошит сейчас же. Да убей ты ее нахер! Пушка! Ты, смотри, вот сейчас... Иди сюда. Да. О, возьми этот гипп. Давайте сейчас я вам скажу вот косяк. Прям сейчас. А, это обоймы. Хорошо. То есть смотри, я их убивал с этой пушки только что с трех выстрелов. Этого я убил с пяти.
Как минимум с 5. Какого черта? Потому что он этого бил или что? Ну вас нахер, System Resistance Current Mode 2. Да, кому надо, прочитает. В принципе, мне это сильно вообще эта информация ничем в прохождении не поможет. Потому что у меня игра линейная. Я просто иду, есть противник, я его бью. Все. На этом вся игра закончилась. Потому что мне вот эта вся информация, что они тут делают. Ну, какие-то мозг хотят влепить, короче, в этот, чтобы он там, типа, крутой был или что. Не понял. Я же здесь не был. О, да. Я здесь не был. Ну, щит-то, ладно, в принципе. У меня есть кое-что для тебя. Что? Где? Вон того надо завалить. Смотри, 3 выстрела. Почему 3? Почему я того убил с 5? Где логика-то? И вроде же я попадал. Вот этих лучше убивать реально. Если есть пушка, лучше буду стрелять, наверное. Так, все, 3 открыто. Отлично. Я прошел игру. Нет? О, музыка пошла. Да ладно. Прикольно. Так, тут надо бежать. Не! В смысле ты уже всех тут отхерачил, пацан? Ты охерел, блин, я еще сюда даже не пришел, а ты уже всех убил тут. Да иди ты нахрен, сучонок. Давай. Ты проиграешь. Давай. Че ты делаешь? Ты живой? Живой, был мертв. Был живой, стал мертвый. Какого черта он всех тут перебил? Я даже сюда не успел прийти. Так, есть патроны. А красное что тогда означает? Я даже не успел ни одного ученого спасти, потому что я пока этих убил, пока заставка прошла, все, он всех тут перебил, пока заставка шла. Нормально, четко. Сказали, чувак, ты не спас. Конечно же я не спас, а как я их спасу? Если они в заставке померли. Хуль ты ржешь, дура? Да, ай, бля. Ой, такая боевка здесь прикольная. Смешная боевка здесь, если честно. Так, здесь должна быть какая-то кнопка по-любому, нет? А, так их можно убивать тоже, да? И с них все равно будет падать то, что они мне предложат. Прикольно, прикольно. Короче, смотри, если мне дадут гиппо, да, ее просто убиваешь, с нее падает гиппо. Ну, в принципе, нормально. Так, а мне куда, подожди? Стоп, а где этот, это с тремя тычками-то штука? Я ее что-то не видел. Или она где-то в начале была? Давай, короче, хипануть, блин, немножко. Она в начале была или где? Не, стоп, не понял. Не, мне показывают куда-то наверх. Стой. Мне показывают сюда и наверх. А как я тут наверх-то пойду? Ладно, пошли тогда наверх. Что-то как-то ладно. Щит уже сняли. Щит прям вообще действует на одну обойму. Ну смотри, здесь ничего нет. И там же вроде ничего тоже не было. Или там где-то дверь какая-то есть. Вот, показывает наверх. Еще показывает наверх. А, вот тут. Я что-то эту лестницу и не заметил. Спасибо, добрый день. Блять. Это такая приколюха вообще. Просто, просто смехотище. Это не боевка, это смехотище. Ой, кошмар. Да, достал, конечно, молодец. Ну, это нормально сейчас все происходит, или как? Я, в принципе, думаю, нормально это, да? Это было все нормально, да, сейчас? То, что он меня перебивает. Ну ладно, окей. Не такую хуйню, блин, играл. Это еще нормально. Это еще простительно. 2001 год, такая боевка, нормально. Пойдем. Так, здесь нужно открыть, да?
Я сюда не пойду никак? Нет. Ладно. Придется прыгать, да? Так, а подожди, если я прыгну, тогда куда? А там две... Ай, тут не надо прыгать, да? Чувак, может, ты уедешь? Сука. Блин. Я никогда не привыкну к этой боевке, абсолютно, я тебе отвечаю. Никогда не привыкну. Тут нереально привыкнуть, потому что ты вроде все делаешь правильно, но при этом игра говорит, нет, ты, чувак, не попал, он в тебя попал. Хотя визуально вроде ты попадаешь. Сука. Вот и пиздец. И все. Вот тебе и боевка. Где я? Серьезно? Вы сейчас прикалываетесь. С самого начала. Заебись, чекпоинты. Да, конечно. А как же иначе, чувак? Ты по-другому же не умеешь, блядь. Бля, заебись, чекпоинты. Были же вроде чекпоинты, как бы сохранения, но что-то они уже, их походу нету, они закончились. Ну ладно, окей. Все придется заново делать. Зашибись. Класс. Че? Четко. Все зашибись. Все зашибись. Все классно. То есть, я прошел миссию, да? Мне дали новые детали миссии, но при этом мне не дали сохранение. Как так-то? Я-то дальше продвинулся. Алло. Че за фигня, блин? Где тут этот упырь-то гребаный? Который вас бьет. Где-то там. Вон он бежит. Да. А ничего, что я назад как бы нажимаю кнопку, нет? Я блок ставлю, алло. И блок не работает, ничего не работает в этой гребаной боевке. Давай, конечно же, пригодится, потому что с такой говеной боевкой сейчас мне, конечно, все пригодится. Мне этой гипа надо миллион тут. Мне их не хватит даже вот это, мне сколько у меня там, вон, 6 штук влазит. Мне их не хватит. Потому что здесь один противник только убивает тебя, одну как минимум. Где ты? Ты сука. Иди сюда. Ты с пекалем или нет? Придурок. Ладно, вот, давай. Возьми этот гипа. Да быстрее. Ты можешь, блядь, чесать свой нос. Сучка. Да, прикольно. То есть меня чувак скинул, и все, и заново миссия полностью с самого начала. Ты куда? Куда этот убежал? Ты... Что это? Что это сейчас было? Вы мне... Ракетница? Что это сейчас было? Кто с вас дает мне гипо? Ты даешь? Привет. Здорово. Почему вы не захватили эти боеприпасы? Кошмар. Класс, просто чувак убежал такой за дверь, а потом решил резко... Потом резко решил вернуться почему-то. Вот, возьми этот гипо. Спасибо, спасибо. Мне как раз он пригодится. Я так понимаю, то, что у меня уходила жизнь, это вот эта полоска, когда у меня вот... Вот этот загогулинка, короче. Если она выше, значит это типа... Это, короче... Перенасыщение получается, да? Ты же не работаешь, да? Ну тут я, короче, миссию за одну серию сейчас не пройду. Не успею, наверное, пройти, потому что, видите, как... У меня есть кое-что для тебя. С самого начала заново все.
штука. Я не знаю, как, короче, от них тут... Вот это надо все вычислять, короче, вот эти все движения, мувменты их. Как, куда он... А хрен его знает, куда он дернется или ударит в следующий раз. В следующий момент. Так, бегом. Ну быстрее, там пиздят этих ублюдков-то в заставке. А, они уже все отпиздили, серьезно? Подожди, а где тут чувак, который давал мне щит? Он где? Он куда делся? Ха! Прикол! Прикол! Значит, здесь всех перебили так просто, да, ни за что. Хорошо. Так, ну пошли тогда на ту сторону, там вроде гип. А где-то тот чувак, который мне щит давал, или он уже не дает? Так, а где я? Не понял. А где чувак? Тот, который всех здесь перебил. Который красавчик, блин. Нету? А куда он делся? Куда он ушел? Я хочу его убить. Где он? Вот он. Сука. Какого хера ты там? Как он там вообще оказался, в принципе? Чё ты там выпаливаешь? Я здесь. Чё он выпаливает? Сука. Говно. Да что ты не попадаешь-то, козёлка? Да козлюшка! Да ты что ты... Чё она не попадает-то, блин? Фу, блядь, пролетает просто в миллиметре. И это не засчитывается удар. Ну что за дерьмо? Ай, кошмар. Я эту боевку буду помнить очень долго, наверное. Я вам отвечаю. Мне бы миссию сейчас завершить как-то хотя бы одну. Так, а ты у нас вроде, я помню, без оружки. Нет, ты с оружкой был. Нет, ты без оружки. Давай. Супер боевка. Хоба. Ну и куда ты улетела сейчас? Чё ты, супер удар какой-то сделал? А я умею? Кошмар. Давай хоть гип... Гиппо тогда, если так бьете меня, то давайте хотя бы гиппо с каждого противника, а то так нечестно. Так, иди сюда. Ну и чё ты ничего не делаешь? Получил? Вот она, короче, тупая. Это, блядь, со стороны, если бы кто посмотрел, как мы вот это делаем сейчас все. Сейчас бы, блядь, все со смеху там бы сдохли. Чуваки, идите на представ... Да, я кувырок в сторону делаю, и женщина, ты будешь сегодня что-то делать или нет? Я делаю кувырок в сторону, вот так. Но она не делает его, она просто отбегает, и он меня ударяет. Ну, кошмар кошмарный. Так, чувак, иди сюда, потому что, ну, тебя нахер. Нормас, я сейчас, короче, ударил просто по этому, по косяку. Да, я знаю, можешь меня бить, чувак. Можешь меня бить, потому что здесь все четко сделано. Ну, еще что-то, почему это не попало? Почему она не попала? Почему она сейчас не попала? Да! Я не могу просто. Это просто какая-то херня. Ну что, почему он попадает? У него-то автонаводка есть, я понимаю, что я имботчик и все дела. Но у меня-то нет, блядь. Где нахер? Вот опять то же самое, что я говорил. Я лечу с ногой на него, он меня перебивает. Ну как это? И где мою гиппо, блядь? Ай, сука, это гневная игрушка будет. Абсолютно гневная. Это, блядь, здесь ничего нету гневного, кроме боевки. В принципе. Здесь все нормально, кроме боевки. Вот боевка здесь просто мне не нравится. Она кривая, она очень кривая. Она очень реально, она реально кривая, просто кривая. Я прикончу тебя. Я, почему я сейчас как-то в него попал? Я вроде так раньше не попадал. Так, надо открыть дверь. Ну окей, тогда сюда. Никого?
Странно! Ты что, ручист? Чё ты в каске-то? Строитель, что ли? О, можно по яйцам дать, смотри. Мы здесь как на ладони. Они нас всех перестреляют. Ага. Я посмотрю, что смогу сделать. Там чувак живой. Слишком поздно. Я только что запустил устройство самоуничтожения. Через 5 секунд? 5 минут мы оба погибли. А, 5 минут. Вся башня взлетит на воздух. Тут написано секунд. Тут написано 5 секунд. За 5 секунд я ничего не успею. Да, чувак, ты самый первый. Что, мне туда за ним или что? Так, и чё? Сюда, окей. Сохраняшка прошла, я надеюсь. А то это как-то нехорошо. Это свои? О! Игра сохранена. Что? Отлично сработано, Каноко. Тебе это может пригодиться. Тебе это может пригодиться. Это ты мне гипушку дал? Пригнись. На верхних этажах все еще много штурмовиков. А что ты, патроны мне не дашь? А, стоп, а что это тут? Так, а тоже три надо. Короче, ладно. Вот та! Хелл! Ты откуда здесь взялся-то? Блять, женщина, хорош промахиваться, как говно. Упсики! Да, мы на этом закончим сейчас. Хорош. Угу. Короче, ладно, давайте, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео. Комментируйте, я не знаю, или что-нибудь там делайте, в общем. Всем спасибо за просмотр и всем, короче, пока. Сюда!